Всем привет, это Mad Lacus Channel, и в этом видео мы будем проходить игрушку Cox. Причем я попытаюсь ее полностью пройти за один присест, что называется. Она у меня завалялась как-то на стиме, я ее купил давным-давно, не обращал внимания. Вот запустил, прошел за 5 минут эти вот уровни и решил, а почему бы не попробовать пройти их все, так сказать, как можно быстрее. Ну, сейчас я попытаюсь пройти все уровни, благо на такого рода головоломки у меня голова почему-то довольно, скажем, хорошо работает. Ну и давайте начнем, посмотрим. Я планирую уложиться, скажем, в час времени. Давайте начнем. Так, здесь у нас пазл, похожий на пятнашки. Мы передвигаем блоки. Так, этот уровень я прошел. Так что поэтому здесь ничего такого интересного нам не показали. Так, давайте так. Так, у нас там наверху эта штука. Я особо не беспокоюсь насчет количества ходов. Ну, вроде бы. Я укладываюсь в то, которое они дают. Ну, почему он так долго поднимается? Я же хотел быстрое прохождение делать. Ну, что ж поделать. Давайте начнем далее играть. Так, а в этой головоломке нам уже нужно делать так, чтобы пап пришел сюда. И понятно, что вот этот вот уголок нужно переместить сюда вниз. Давайте этим займемся. Так. Теперь нам еще нужна горизонтальная перемычка. Сюда, а сюда нужно подвинуть какую-нибудь вертикальную перемычку. Так. Отлично. Вложился. Давайте нажмем далее. Следующее, колокольчик. Вот эту штуку надо переместить вот сюда. Давайте это сделаем. Ну, я сейчас прохожу те уровни, которые я уже проходил. И поэтому они здесь кажутся довольно простыми. Возможно, на следующих я буду тупить гораздо больше. Так, давайте нажмем далее. Черт из коробочки. Так, нам нужно соединить эти шестеренки. Так. Так, я совсем забыл, что здесь можно, скажем, одновременно по два, так сказать, кубика дергать. Вот как-то вот я этим не пользуюсь. Так. И что там? А теперь мне нужно, вот, сейчас я покажу, как это делается. То есть я нажимаю и сразу по два кубика сдвигаю, а потом можно по больше кубиков сдвигать, если они, так сказать, на одной прямой находятся, и тем самым уменьшать количество ходов. Так, ну давай, выпрыгивай. Так, я здесь ненадолго отключился, потому что я забыл включить таймер, чтобы следить, сколько времени я все это делаю. Так, играю я в окне, и у меня есть некоторые небольшие, так скажем, навыки программирования. Я себе соорудил программку для того, чтобы следить, сколько времени у меня уходит на видео. И благодаря ей я слежу, что и как. Так, тем временем прошли очередную головоломку. Здесь нужно было сразу два звоночка запустить. Ну давай, я хочу уже на другой уровень перейти. А, стоп, подождите. Подождите, я не прошел эту головоломку, а в чем проблема? Интересно. Я их должен еще одновременно, что ли, заставить играть. Так, давайте я вот...
Так, ну это уже подстава какая-то. Так, здесь у нас идет тайминг, да? Так, сейчас я вроде сделал их одновременно. И они заиграли одновременно. О, я прошел, отлично. Какая подстава. Ладно, хорошо. Давайте следующий начнем. Здесь нам нужно надуть синий шарик. Так, давайте. Вот так вот сделаем. Так. Так, потом нам нужно вот эту вот угловую штуку переместить в тот угол. Так, я немножко неверно начал делать. Так. Вот так. Теперь вот это нужно засунуть в этот угол. После этого делаем вот так, отлично. Сотню ходов мы уложились. Далее. И вот у нас, наконец, первый пазл, который я не играл уже. Так, я так понимаю, мне нужно пар на обе разделить штуковины. Так, как это сделать? Давайте попробуем так. Так, мне тут вот надо как-то сюда переместить. Тык. Вот, я переместил и вроде я распределил пар. Отлично. Теперь мне нужно водиться с шестеренками. Одну шестеренку мне нужно как бы в одну сторону переместить. Так, вот, отлично, с одной разобрались. Теперь надо разобраться с остальными. Так, это можно сделать так, отлично. Теперь нужно с этой стороны заставить все это крутиться. Одно колесико крутится. Так. Ага, здесь надо вниз их все промотать. Так, и вроде мы прошли. И уложили даже сотни ходов. Чё он медленно так укатывается? Так, ладно, никому не интересно, что я там заработал. Так, это что у нас? Это у нас с двух сторон нужно это собрать фигню. Давай с этой стороны начнем. Мне кажется, попроще будет. Хотя здесь, конечно, может быть, даже нужно будет потом переделывать то, что мы с одной стороны сделаем. Ну, в любом случае. Так. Хорошо. И посмотрим, что у нас с этой стороны. Ага, понятно. Вот эти надо переставить местами. Так. Ох. Давайте. Пока вот эти поставим на места, а теперь нам нужно вот эти загнать в нужное место. Так, вот так вот давайте сделаем. Так. Возможно, я переоценил свои способности. Так. Нет. Так, и вот так, да, отлично. И теперь нам вот эти вот, вот этот столбик трогать нельзя. Так, ну это уже гораздо проще теперь получается. Так, нам нужно что-то вот туда загнать. Так, отлично. Теперь то же самое делаем снизу. Так, в другую сторону. Сейчас мы этот вот шестиугольничек как бы по кругу мотаем. Не шестиугольник, а прямоугольник 2 на 3. Так, и вроде мы прошли этот уровень. Так, никому не интересно. Играем в следующий. Тишина. Ох, я так понял, здесь нам нужно сделать так, чтобы ничего
не жужжало, с другой стороны у нас ничего нету. Так. Ага. То есть нам нужно эти шестеренки переместить вот, вот эти вот шесть позиций. Понятно. Так, здесь мы успокоили. Так. Здесь мы тоже успокоили. Так. И здесь, на самом деле, одна шестеренка, одна пустая должна быть. Так. И мы уложились в 30 ходов. Давайте нажмем дальше. Играем следующий синхро. Интересно, что это значит. У меня тут ачивмент какой-то попался. Так. Что это за фигня такая? Торчит. Интересно. Нам нужно с помощью этой фиговины разбить, так сказать, наш поворот на две штуки. Да, тут у нас особенная шестеренка, которая, видимо, заставляет крутиться и то, и другое. Так. Сейчас соображу. Так, 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 так. Ага. Все-таки мы должны, так сказать, запрограммировать расхождение вот этой вот золотой шестеренкой. Давайте ее пригоним вот сюда вот. И она, с одной стороны, будет у нас крутить вот эту вот маленькую золотую шестеренку. И которая у нас будет крутить коричневую шестеренку. Так, сейчас соображу, как это лучше сделать. Так. Ай. Так, отлично. Так, я не понял, что я сделал, как я прошел эту головоломку. Ладно, давайте забьем. Так. Ух ты, здесь даже интересно как-то. Так. Давайте так сделаем, так. Потом пригоним туда. Так, случайно с другой стороны ничего нет? Нет, ничего нет. Это пригоним так, это так. Сейчас нам нужна еще такая загогулина. Так. Может быть, так вот сможем. Так, я запутался. Так, давайте еще раз более вдумчиво подумаем. Это вот так вот должно быть. Так. Вот, отлично. Я все-таки уложился. Сколько там нужно ходов. Так. Зигзаг. Почему-то здесь нету галочки. Ну ладно, давайте. Следующий начнем. Так. Интересно. Тут-тут-тут-тут. Тут-тут-тут. Так. Здесь вот нам желательно не нужно делать так, чтобы оно, так скажем, раздваивался наш пар. Так, давайте сделаем вверх. Так, походу у нас на самом деле просто не хватит вертикальных сегментов, чтобы это все сделать как надо. Поэтому, видимо, нам нужно, так скажем, один раз сделать раздвоение, один раз это все обратно склеивать. Так. Теперь нам надо загнать вот это вот, закрыть, так сказать, наш клапан двойной. Так. Так, отлично, мы закрыли. Теперь надо вот это вот куда-то туда пригнать. Что-то это как-то выглядит проблематично. Так, давайте ее пригоним так.
Так, и сейчас я соображу. Так, мы должны вот это вот прокрутить штуковину. И вот сюда поставить вот это вот. Отлично. Теперь вращаем обратно. Этот прямоугольничек 2 на 3. И все стало на свои места. Это больше сотни ходов потратил, ну ладно. Дальше играть. Что здесь нужно сделать? Ага, нам нужно. Так, с другой стороны ничего нету. Нам нужно сделать так, чтобы желтый дым. Здесь у нас желтый дым, а здесь у нас синий дым. Причем желтый дым должен идти сюда, а синий туда. Так, а как мы это можем сделать? Здесь какие-то трубы торчат. Возможно, это у нас специальные трубы для того, чтобы мы могли, так сказать, зайти за угол. Так, сейчас. Так, я совсем не в ту сторону сделал загогулину. Так, вот, видимо, я уже начинаю тупить. Так. Отлично. Теперь желтый пар. И что там, газ, не знаю, веселящий. Пошел у нас с другой стороны. Теперь нам нужно вот эту вот фиговину пригнать куда-то туда. Тун-тудун. Вот, отлично, мы ее пригнали. Теперь надо разобраться с синим шариком. Ну, понятное дело, что нам нужно вот эту вот загогулину пригнать куда-то сюда, знаете ли. Потом нам нужны горизонтальные куски трубы. Так. Что там мне бикает? А, типа я слишком долго уже все это мотаю. Ну, ладно. Так, вот так вот, отлично. Теперь мне нужно здесь по-хорошему расположить горизонтальные фиговины. Но у меня что-то тут не сходится. Так. Мне нужен между ними промежуток в два сегмента. А вот я уже все сделал. Ну хотя бы по ходам я уложился. Хорошо. Могло быть и хуже. Так, это никому не интересная статистика. Все равно мне галочку не дали, видимо, это по времени. Я слишком долго торможу, поэтому мне по времени ничего не дают. Ну, по времени как-нибудь потом будем. Так, здесь, видимо, нужно смешивать цвета и краски. Так, и нужно объединить эти две штуковины в одну. Понятно, что нужно объединять вот здесь. Но, боюсь, к сожалению, у меня тут горизонтальной штуковины-то нету. Видимо, здесь надо как-то их по-хитрому объединять. Так вот давайте. Так. Ага, до меня дошло, как это сделать. Нужно вот эту штуковину пригнать туда, и потом ее представить загогулину, чтобы наверх шла. Так, отлично. И теперь, собственно, мы будем где-то вот здесь вот собирать нашу всю эту байду. Так. Так, чуть пониже мы должны собирать. И вот это вот надо все-таки как-то перегнать сюда. Так, давайте так. Теперь. Я опять начал запутываться. Так, вот, отлично, я собрал здесь. Нет, я не собрал здесь.
Мне тогда опять надо обратно мотать. Так. Как это сделать-то? Так, давайте я помолчу чуть-чуть. Так, мне вот так надо сделать. Да. Вот. Что же опять не сходится-то? Маразм крепчал. Так. 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 Мне нужно поменять местами здесь кое-какие штуковины. Так, вот сейчас. Так. Так. Провались. В общем, я на этой головоломке затупил очень жестко. Ну что ж поделать. Все равно продолжим, давайте. Так вот. Так, потом мы делаем вот так. Я опять прихожу к тому, что я не в том порядке это сделал. Так, если мы немножко как-то развернем, я не знаю. Ох, это очень жестокий затуп. Я уже и все ходы истратил, которые мне были нужны на решение этой головоломки. Так, ладно. Давайте попробуем другую штуковину сюда переместить. Вот так вот. Ну, если я не уложусь в час, я просто не буду выкладывать это видео. Так. Да что же это за тупо такой? Так. О, слава тебе, Господи, собрал как хотел. Так, у меня все равно здесь немножко не хватает чего-то там. Серого вещества мне не хватает. Так, а здесь мы давайте как-то вот переделаем. Я не знаю, как-то вот так. О, слава тебе, Господи, 372 хода. Из 240 нужных. Я не хочу смотреть, что здесь получилось. Мне дали только одну галочку. Ну ладно. Так, и дали какой-то ачивмент. Так, с другой стороны ничего нет. Что мне здесь нужно сделать? Мне нужно с одной стороны пар прогнать сюда, а с другой стороны здесь сделать шестеренки. Давайте. Так. Ну, понятное дело, что нам нужно вот эту загогулину куда-то вниз переместить. Так, ну, давай. Так.
Что-то мне кажется, здесь какой-то лишний кусок трубы. Никому не нужны. Так. Ну, я первым делом пытаюсь разобраться с трубой. Так. Вот так вот. И сейчас мы давайте загоним вот это сюда. Отлично. Теперь давайте... А, труба заставляет вращаться шестеренку. Но я не против. Так, теперь мы сделаем вот так вот. И вот так вот. Ну, это простой уровень оказался для меня. Не будем смотреть. Я даже все там прошел как нужно. Вертушка. Так. Это, то есть из этих четырех у меня газ автоматически выходит. Ага. Окей. Нам нужно отогнать в эти четыре штуковины. Так. Это явно должна сюда идти. Вот так вот, отлично. А теперь... Так. Здесь нам нужна пустая штука. А. Эта штука у нас, видимо, должна идти... Так, 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 так. Ага, я понял. Так, так. Нам нужна вот эта загогулина. Она должна встать вот сюда. Так. Теперь нам нужна горизонтальная загогулина. А вот эту загогулину мы должны загнать вот в этот угол. Ну нет, не загогулина, а, собственно, а место испускания газов. Отлично. Так, и вот. И теперь осталось привести, так сказать, к нам в чувство последний элемент. Так, чтобы его собрать, нам нужно сделать вот так. Ага. И сейчас надо загнать эти два элемента. Один элемент. Так. Так. Так, так. Ты загнал этот элемент, но здесь что-то у меня не гладко опять. Так. Так, 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 так. 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 Здесь надо вот так сделать и прокрутить. Отлично. Ну, этот у нас, очевидно, вставляется. Отлично. Вот такая вот. Реактивный сюрикен у нас получился. Это не хочу смотреть. Давайте играть подвижные мишени. Так, это что за фигня такая? Это я должен просто к уголкам подвести? Это же тупо. Так, я должен их в каком-то правильном порядке подвести. Интересно. Так, ну мне медведь наступил на уши. И я звук очень тихо сделал, поэтому я не слышу никакой мелодии особенной. Ну давайте устроим перебор всего и вся. Пусть здесь белая на месте стоит. И мы сейчас попробуем коричневую на все возможные три поставить. Для меня это проще, чем слушаться в мелодию. Какая там у них она. Так. Не прошел, нет. Значит, коричневую давайте туда загонять. Тун-турун. Тун-турун. Тан-турун. Тан-турун. Так. Хорошо.
Тоже неправильно. Так, у меня вот еще возникла мысль. Может быть, мне нужно сделать так, чтобы здесь у меня три выскакивали, как бы сказать, подряд. Как они вообще меня бьют-то? Причем эта штука у меня бьет как бы два раза, а эти по одному разу. Ладно, давайте вернемся к предыдущей идее перебора. Теперь мы пробуем белую сюда засунуть. Нет, не прошел. Какая жаль. Теперь коричневую давайте переместим вниз. Так. Я угадал? Нет. Нет, я не угадал. А сейчас? Ну вы издеваетесь. Так, хорошо. Давайте теперь белую вниз перенесем. А коричневую вверх. Тоже ничего такого не происходит. Интересно. Здесь вообще во всей игре мало что интересно происходит. Так, сейчас я угадал, нет? Опять не угадал. Да что же это такое? Так, а сейчас? И сейчас я не угадал. Я почему-то не слышу музыки вообще никакой. Хотя я поставил тихо, но вроде бы. Я ее слышал. Сейчас я ничего не слышу. Так. О полном переборе прошел данную головоломку. Что ж, думаю, следующие будут более комбинаторными, где слух использовать не надо. Так, я опять слышу музыку, видимо, там ее специально отключали, чтобы чтобы можно было как-то по слуху догадаться, как там вообще решать головоломку эту глупую. Так, хорошо. Так, сейчас я здесь делаю какую-то херню. Так, ага. Давайте этот уголок пригоним куда-то сюда. В принципе, сюда тоже можно. Но мне это положение не очень нравится. На самом деле. Так. Сейчас я думаю. У нас просто здесь как-то деталек не хватает, чтобы это все корректно раздвоить, потом склеить обратно. Почему-то. Так, давайте засунем сюда. Ага, до меня дошло, что нужно сделать. Вот эти горизонтальные детальки. Их надо переместить вниз. А, сюда поставить одну и вторую поставить сюда. Вот, отлично. Теперь эти две надо переместить вниз. Так, вот эту вниз. Так. Я здесь не тот порядок, который хотелось бы иметь. Так. Да что ж такое-то? Так. Вот, да, сейчас все будет как надо. Так и вот так. Отлично.
Главка пройдена. Дальше. Что, опять? А, нет, тоже танчик, который уже чем-то стрелять будет. Так, хорошо. Куда подавать газ? Газ нужно куда-то сюда подавать. По всей видимости. Да. Так. Так. Нет, наверное, это не очень хорошая идея. Эту детальку сюда вставлять. Давайте попробуем поставить сюда. Нет, а так тоже не очень хорошая идея. У нас вообще как-то странно все обстоит дело. Так, нам уже вот так вот. Так, дальше. Так. Ага, все, до меня дошло. Какая здесь должна быть фигура? Это должно быть вот так вот. Так. Сейчас только здесь нужно правильно перетасовать их. Так. Нет, я опять их как-то неправильно перетасовал. Да что же это такое? Так. Окей. Это все равно неправильно. Так, вот, да, отлично. Я смог это сделать. Теперь вот это сюда. Это вот надо сюда сделать, а вот это вот сюда. Вы поняли, да? Так, давайте как-то это сделаем. Как-то, я не знаю как. Вот, отлично. Пар мы подали куда нужно. Теперь нам с этой стороны нужно подать пар еще выше. Или что, это какой-то зеленый веселящий газ опять. Так. О, я опять запутался. Хорошо. Я умею это делать. Пару секунд на раздумье. У меня уже время давно вышло, которое мне давалось на прохождение этой головоломки. Так, давайте сделаем вот так вот. Вообще штуку уберем. Вот. Отлично. Шестеренки вроде стоят как надо. Вроде бы. А теперь давайте эту сторону собирать. Здесь очевидно, наверное, что надо сделать как-то вот так вот, а следующую шестеренку поставить сюда. И осталось собрать эту сторону. Нам нужно подвести шестеренки вот к этому колесу. Так. Интересно. Так. И вот так, наверное, да. Отлично. Танк у нас собрался. Ну, хотя по ходам мы уложились. По времени все, что можно, просрочили. А следующую головку. Ярус и шестерней. Отлично. Ух ты, она же еще двуслойная. А вот это мне не очень нравится. Так, ну ладно. О. Какой кошмар. Так, ладно. Давайте с чего-нибудь начнем. Кто-то поставим вот так, с другой стороны. Еще что-то вращалось. Непонятно что, непонятно зачем. Так. Ага. Нам же все равно нужно как-то будет вращать их обе
И на самом нижнем уровне у нас только есть две шестеренки, которые умеют вращаться. Это вот одна и другая. Хорошо, я сказал, одна и другая. Хорошо. Давайте вот так вот поставим шестеренку. И вот так поставим. Так, вроде с этой стороны как-то выглядит правдоподобно. Вы не находите? Теперь нам нужно с этой стороны сделать так, чтобы вот эта вот и вот эта шестеренка соединились. Порыве страсти. Так. Так. И головку пройдены. Даже по времени. Даже по всем этим штуковинам. Так, хорошо. У нас опять паровая головоломка. Так. Что-то тут слишком много труб как-то. Ага, нам нужны вот эти вот все три протолкнуть туда. А это возможно вообще? Или я могу забить на некоторые? Интересно. Наверное, все-таки должен на некоторые забить перехода. Так. Что здесь? А здесь вообще немного, так скажем, вариантов действий. И сможем только их так по кругу вращать. Давайте их повращаем, посмотрим, что из этого выйдет. Вот, отлично. Значит, нам нужно подавать, скажем, газ вот сюда, вот среднюю штуку, на остальные не обращать внимания. Так, хорошо. Что мы будем делать дальше? Дальше мы будем тупить. Яростно тупить. В общем, то, что мы умеем делать лучше всего. Так. Что дальше? Еще там куда-то не в ту сторону уехал. Ну, тра-дам-тра-дам. Так, давайте пробуем вот так вот. Как-то вот так вот. Так. Еще один цикл. Еще тут ничего хорошего не собирается. А, давайте попробуем что-нибудь изменить в этой жизни. О, как-то оно собралось под верхнюю. Хорошо, давайте попробуем как-то у нас к верхней протолкнуть. В принципе, у нас здесь есть какие-то горизонтальные детали. Довольно много их у нас тут. Мы прошли уровень. Круто. Сейчас кто-то выпрыгнет. Давай быстрее, быстрее. Он меня почти испугал. Так. Хорошо. Три пропеллера. Ух ты ж, как здесь все хитро-то закручено. Хорошо. Так, а пропеллер у нас снизу находится. Хорошо, я не против. Так. Так, покрутим. Так, покрутим. Что она здесь в итоге-то дает-то нам? Так, давайте покрутим. Еще давайте так покрутим. Хорошо. Здесь, видимо, у нас ровно три наши шестеренки, чтобы отсюда до сюда провести. Теперь мы давайте
Загоним вот эту вот штуку вниз. Так, я хочу здесь получить свободное место, знаете ли. Так, давайте вот так сделаем. Отлично, второй пропеллер у нас крутится, осталось что-то сделать с третьим пропеллером. Пробуем отсюда протянуть дорожку до сюда. Это возможно вообще? По идее возможно. Так, вот так вот закрутим. А теперь давайте вот так закрутим. Так. Что-то у нас какая-то нестыковочка идет. Нет, там нужна золотая именно там. Где-то вот тут наверху. Ну, двигайся давай. И вот так, отлично. Пропеллер собрали, даже уложились в ходы и время. Прямо так вот. Мастерски. Ну, хорошо. Давайте начнем далее. И следующая головка ракеты. Ох. А сколькигранная это вообще? Шестигранная. Интересно. Хорошо, так, нам, видимо, нужно подать вот этот вот газ на все 6 ступеней ракеты. Давайте попробуем. Так. Здесь явно должна быть вот такая вот штуковина. Но сначала нам нужно как-то сюда закинуть. Вот, отлично. В ту часть мы перекинули немножко нашего напряжения. Так. Сейчас вот было бы хорошо. Так. Здесь, по-моему, чего-то не хватает. Да. Здесь надо совершенно по-другому разбираться. Вот этот вот треугольничек должен здесь стоять, а вот эта вот загогулина должна стоять здесь. Давайте сначала эту загогулину перенесем вниз. Во всяком случае, попытаемся это сделать. Так. Загогулина должна идти в другом порядке. Именно в таком каком-то. Так, вот так вот давайте сделаем. Это вот так вот переместим. И... Отлично, загогулина на месте. Так. Остальное тоже почти на месте. И... Да! Одно сопло у нас работает. Теперь второе. Вот, видимо, нужно просто подать на сопло, потому что никаких дополнительных деталей у нас нету. Ну, чтобы аккуратно там в другую сторону оно уходило. Поэтому давайте... Так. Так, так, так. Ага, это вот так вот надо. И вот так. Нет, я не ту деталь туда пригнал. А нет, у меня внизу совсем не та деталь стоит. Давайте здесь вот так вот сделаем. Вот. И теперь сюда мы должны пригнать вот эту деталь и прокрутить. Так, я опять не ту пригнал. Да что ты будешь делать? Так, маразм крепчал. Так, 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 так. Здесь вот у меня неудачно сложилось. Ага. И теперь, кажется, вот, отлично. Угу. Так, давайте сюда какую-нибудь другую детальку поставим. Так. И мы должны пригнать вот так вот. Так, так, отлично. Второе сопло заработало. А, идем дальше. Нам нужно вот этот тройничок, видимо, поставить куда-то сюда. Так ведь. А вот эту вот гугуль надо пригнать наверх вообще. Так, 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 так. Отлично. Пригнали наверх.
Так, это нам нужно вообще ниже куда-то увести. Так, так, отлично. Если бы я теперь еще мог вот сюда это переместить, было бы вообще все замечательно. Но я пока не могу так сделать. Давайте введем. Вот так вот даже. Это мы сделаем так. О, отлично. Эту стенку тоже собрали. А, у нас уже три сопла работают. А следующее. Тык-тык-тык. Тык-тык-тык. Так, тройничок явно должен стоять где-то вот тут. Или где он должен стоять? Да, он должен стоять тут. А, сначала давайте вот эту пригоним сюда. Так, после этого тройничок пригоним сюда. Нам здесь немножко не хватает деталек. Так. Тум-тум. О! Как удачно все сложилось. Еще два сопла. Так. Так, так. Горизонтальку нужно сюда поставить. И сюда нам нужно пригнать вот эту вот загогулину, которую у нас из горизонтали переделает у нас поток в вертикаль. Да, вот так вот. А, затем это нам надо вот так вот делать. Вот быстро сошлась эта штука. Теперь нам надо разобраться с этой штукой. Здесь, по-моему, тоже ничего сложного. Трудности возникнуть не должно. Так. Сказал, не должно. Они возникли. Так. Так. Вот так вот сделаем. Так. Потом вот так вот. И уровень завершен. Мы уложились по времени и по ходам. Это радует. Так. Пара перекресток. Это что еще за ужас? Ох, он еще двуслойный. Какой кошмар. Так, давайте здесь соберем. Здесь понятно, что нам нужно сделать как-то вот так вот. Ага. Так. Так. Давай. Вот. Хорошо. И теперь вот эти вот три штуковины нам нужно двигать как-то одновременно. Так. Чё оно как-то? Эй. Сделайте меня... Ох, ну ладно, будем думать в диагональном направлении. Вот эти вот, эта троечка, она должна стоять на месте. Ну, всегда двигаться как-то вместе одновременно. Так. Так. Ладно, придется немножко разломать. Так, это же та самая фиговина. Да, она самая. Ее мы давайте перекинем сюда. А вот эту вот фиговину. Мы перекинем сюда. Так, я думаю, она должна стоять как-то вот так вот. Мне так кажется. Нет, она должна стоять не так. Она должна стоять вот так. И тогда здесь у нас прямыми, так сказать, линиями мы сможем получить то, что нам нужно. Но, к сожалению, что-то здесь как-то
Мы не смогли соблюсти баланс. Так, давайте вот так вот сделаем. Отлично. Так, а что будем делать дальше? А может вот это прогнать куда-то вниз? Так, вот так вот давайте. Ох, так, ладно. Так, тут здесь должна стоять. Возвращаем на место. Угу. Вот этот вот, который в углу, мы должны ее вернуть назад. Куда-то сюда. Так. Отлично. Одна штука у нас надулась. Теперь давайте разберемся второй. Вот, отлично. Чуть-чуть мы по времени не уложились. Полминуты. Ну что ж поделать. Так, не до шестерня. Не до шестерня. Давайте посмотрим, что за... Не до шестерня. Действительно, не до шестерня. Так, я так понимаю, нам нужно из этой не до шестерни собрать до шестерню. Окей. Так. Будем действовать агрессивно. Так. Так вот. Вот это вот перекинем сюда. Потом так, 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 так. Так, так, так. Здесь мы поставим на место. Так. Здесь мы тоже поставим на место. Да, отлично. Продолжаем вращать. Вращаемся, не останавливаемся. В любой непонятной ситуации начинаю вращать. Так. Так, так, ага. Отлично. И теперь вот здесь. О, наша шестерня начала. Приняла свой здоровый вид. Начала вращаться. Как нам нужно делать? Батарея. Ох-ох-ох. Мне уже страшно. Хорошо. Так, эти у меня трубы, они уже какие-то двухмерные. Какой кошмар. Хорошо. Они какие-то слишком двухмерные. Так, это немножко давит мне на психику. Так, окей. Так, я запутался. Это должно быть как-то... Так, это должно быть вообще как-то вот так вот. Так. И вот так. Так, теперь она дует с этой стороны. Хорошо. Что мы будем делать дальше? Вообще хочется поставить вот сюда в угол вот так вот. И теперь нам нужно найти загогулину, которая у нас. А вот она. Отлично. Как доктор прописал. Так. Вот, наверное, вот так вот. Отлично. Теперь сюда нам нужно вот эту вот штуку загнать. Что-то она стоит здесь в неправильном месте. В неправильное время. Так. Так.
давайте ее немножко откатим. Так, теперь поставим на место. Вот, отлично. Теперь это так. Это вот так. И вот эти вот две надо будем поставить сюда. Понятно, что. Просто как это сделать? Ну, давайте как-нибудь уж. Здесь совсем немножко осталось. Так вот давайте. Так, так, отлично. Теперь нам, наша задача перенеслась немножко назад, так скажем. Так, нет. Здесь лучше вот так сделать. Так, так, так. Та-та-та-та-та. Отлично. Уровень пройден. И мы уложились и по времени, и по ходам. Тун-тун-тун, тун-тун. Далее. Это никому не интересно. Две шестерни. Ох. Ох-ох-ох. Мне уже страшно. Окей. Так. Ну, мне кажется, что золотую шестерню надо собирать вот здесь, вот в этом углу. А как бы стальная, серая, она будет вот здесь вот находиться. Золотая здесь, остальная тут. Так, тык, 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 тык. Давайте золотую пока что будем загонять в угол. Так, так. Ага. Так, 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 так. Так, я вообще не то прыгнул. Так. Окей. Ту-ду-ду-ду-дум. Так, я опять что-то делаю неправильно. Так, давайте. Так. Отлично. А теперь последний кусочек этой шестерни золотой. И мы приступаем к сборке стальной шестерни. Уи. Так. Так, так. Нет, давайте вот с этой стороны начнем ее собирать. Так, нам надо пригнать вот этот кусочек и вот этот кусочек. Так. Так. Так, отлично. Мы собрали. Теперь мы разбираемся с этими 8 кусочками. Так. Окей, теперь мы упростили задачу до 6 кусочков. С которыми еще нужно повозиться. Так. Так. Окей. Я опять туплю. Непростительно. Так, вот так вот надо. Потом вот так вот. И вот так. Отлично. Нам остались последние штрихи. По времени, к сожалению, не уложились. Зато по ходам все как надо. Далее. Шарманка. Мне страшно. Так, ладно. Окей, давайте с чего-нибудь начнем. Не дай бог, здесь тоже надо тайминг подгонять. Тут-тудам, тут-тудам, так. 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 И вот так. Красота.
Теперь нам нужно от этой шестерни на все три передать, так сказать, крутящий момент. И, кстати, я не слышу музыки. Возможно, это означает, что то, что я не люблю делать больше всего, а именно подбирать мелодию. Так. Что делать-то надо? Их-то надо как-то одновременно, что ли? Так. Или здесь должен какой-то музон получаться. Так, ну вроде эти две я сделал, чтобы они... Нет, они не одновременно нажимают. Так, а сейчас? О, три нажимают одновременно. Какая не одновременно? Так. Ага, вижу, какие три. Надо вот это вот теперь подогнать. Под... Так сказать... Так, нет, нужно еще подождать немножко. Так, а почему они теперь разделились? Что-то я не понимаю в этой жизни. Или я опять что-то испортил? Так. Какая нехорошая головоломка. Что сейчас-то? Почему вы не ударяете одновременно все? Или я опять не то вращаю? Так. Ох, так. Что у нас тут? Что это за кнопочка? Так, давайте посмотрим так. Ударяет это, потом это. Давайте сделаем так, чтобы после них ударяло вот это. Так. Ох ты ж, я понял, что я сделал не так. Здесь вообще сложная система. Так, так. Ну ладно, давайте. Так вот сделаем. К чему это приведет? По-моему, это не привело ни к чему хорошему.
Так. Еще самое обидное, что я звуков-то не слышу. Почему-то. Почему непонятно. Так, ладно, непонятная головоломка какая-то. Я уже не уложился в час времени. Так, а здесь вот можно выйти? Ух ты, ладно, хорошо. Давайте выйдем. А, видимо, тогда наше прохождение будет не за один раз. За один час я не уложился, к сожалению. Хотел прыгнуть выше головы, но, к сожалению, не получилось. Возможно, следующий час, за второй, я смогу пройти все оставшиеся головоломки, но этого не обещаю. Я попробую в следующий раз разобраться со звуком, потому что я там какая-то фигня получилась с мелодией, потому что я не слышал, что там происходит. Ну, видимо, тогда ждите вторую часть прохождения. До следующего раза. Всем пока.